До конца 2018 года все внутренние паспорта гражданина Абхазии должны быть заменены на новые. Это объявление уже не раз звучало во всех СМИ Абхазии. Наши граждане поначалу довольно пассивно отнеслись к информации. Но спустя какое-то время паспортные управления по всей стране рапортовали. Активность людей возрастает с каждым днем. Процесс получения нового паспорта на сегодняшний день проходит без каких-либо трудностей. Все подразделения паспортного управления работают в усиленном режиме. Мы начали паспортировать уже год и 3 месяца. В течение этого времени нами выдано паспортов готов на руки населения Гурьевского района около 5000, точнее 4764 паспортов. Всего заявление от населения было принято 6221 паспортов. Первичные паспорта, которые получают с 14 лет и выше, нами паспортизировано 820 человек. Активность хорошая, нормальная. Люди приходят в день около 50 человек, приблизительно от 40 до 50 обслуживаем население. Принимаем, успеваем. Инспекторы занимаются обработкой данных граждан в течение всего рабочего дня с 9 утра до 6 вечера, а в случаях необходимости остаются и до 20 часов. В связи с возросшим количеством обращений граждан и для бесперебойного приема, обработки и выдачи документов, паспортные службы республики теперь работают и в субботу. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел. Суббота будет считаться рабочим днем до особого распоряжения главы правоохранительного ведомства республики. Сегодня субботу с утра нам позвонила домой наши инспекторы, обрадовала нас, сказала, что наши паспорта готовы. Все 7 мы получили, я очень довольна, и все так организовано. Именно что в субботу рабочий день мне понравился, потому что детям не приходится отпрашиваться с вуз, со школы. Очень приятно, удобно пришли, взяли без проблем. Для обмена или получения общегражданского паспорта людям с ограниченными возможностями и недееспособным инспекторы паспортных подразделений выезжают по адресу и на месте осуществляют прием необходимых документов. Там же граждане могут сдать и отпечатки пальцев. По официальным данным, на сегодняшний день выдано свыше 55 тысяч бланков паспортов гражданина Абхазии. В обработке более 4 тысяч. Свыше 6 тысяч документов готовы к выдаче. Сдано на сегодняшний день у нас 7890 паспортов, а выдано уже около 7000. Ну, надеемся, что успеем до конца года выдать. Стараемся, во всяком случае, все делаем для этого. Общегражданский внутренний паспорт гражданина Абхазии нового образца необходимо получить в течение текущего года. Срок действия паспорта старого образца истекает 31 декабря. Нисфа Аршба, Абхазское телевидение.